Разгрузить дорогу госавтоинспекторы Махачкалы провели рейд против неправильной парковки возле мечети столицы. Каждую пятницу рядом с ними образуются огромные пробки. Это связано с тем, что водители либо бросают машины на проезжей части, либо паркуются на тротуарах. Чтобы навести порядок, сотрудники полиции задействовали эвакуатор. Он отвозил брошенные машины на платные парковки. Хотелось бы горожанам нашей столицы и гостям, которые приезжают в нашу столицу, чтобы парковочные места есть специально отделенные для этого, чтобы они парковались как положено по правилам дорожного движения, чтобы не мешали транспорту. Из-за этого образуются заторы.